Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, гости и зрители моего канала, с вами Даев, и подъезжает новая серия, такого еще не видели, смотрите, какой гигантский разлом на горе. Гора собирается куда-то убежать, и такого вы еще не видели. Ладненько, это, конечно, все баги, а сегодня мы с вами рассмотрим два очень интересных, на мой взгляд, проекта. Это пиратский вот такой вот рейдер, сделан с точки зрения дизайна волшебно. На данном корабле присутствует даже джамп-драйв. Вы представляете, вот в такую вот малютку, в такую вот лодочку, запихали еще и джамп-драйв. Идея прекрасная. Вот на букву «П» не советую нажимать, потому что тут, вот, как вы видите, на мерч-блоке, на соединительном блоке все сделано, и парус отваливается. Вот. Давайте приземлимся ему на корму. Не помню, как кричат пираты. Можете написать в комментариях, но, по-моему, какой-нибудь Джек Воробей был бы от такого кораблика счастлив. Сзади мы можем наблюдать второй проект, который мы будем сегодня смотреть. Это обалденная, такой, обалденный завод. И тут на верхней палубе у нас присутствует генератор гравитации. Ой, как бликануло мне в глазик сейчас красиво. Вы смотрите, эта игра даже может радовать графикой. В общем, 33-40 кадров. И просто... очень хороший кораблик. Давайте все-таки им порулим немножко. Летает волшебно. Вот просто волшебно. Не знаю, это один из самых сбалансированных кораблей, который я видел. Потому что он и поворачивает, и разворачивается. Просто офигительно. На нем присутствует 4 кислородных генератора. 2 кислородных баллона и ни одного водородного. Не знаю, насколько вот... Ну, в принципе, 4 этих кислородных-то генератора должны 6 трастеров на подъем-то прокармливать. Или 4. Но если на нем джамп-драйв, значит, он, наверное, может покинуть атмосферу теоретически. Не хватает очень сильно ноги. Ноги очень сильно не хватает на данном корабле. Но я, в принципе, понимаю, почему. Потому что если была бы нога, вы бы нажали на буковку «П», и у вас бы отстегнулся бы парус. Очень все грамотно. Почему не сделан данный парус единым целым, для меня остается вопросом, но это уже, как говорится, на совесть создателя данного корабля. Нет, смотрится классно. Управляется волшебно. Давайте залезем ему в мозги, так как меня просили. Вот. Называется он ASI Pirate Raider MK1. Так, и смотрим, что у него есть. Атмосферные трастеры, квадратные светильники, 4 гироскопа, ведро водородных, джамп-драйв. Обалдеть. Данный корабль может прыгнуть на 2000 километров. Ну, при такой массе, я в этом даже не сомневаюсь. Так, турельки, 4 кислородных генератора, 2 кислородных танка, в смысле бака. Так, ведрище просто контейнеров. Ну, это, наверное, декоративных. Несколько малых реакторов. Но так как это большая сетка, я понимаю, что ему всего хватает. Баллон с кислородом. Что? А это тогда что? Чем отличаемся? Баллон с кислородом. Ничем не отличаемся. Это у меня просто так. Пол игры перевело, а пол игры не перевело. И ракетная установка, все, в принципе, больше на нем ничего нет. С генератором гравитации и дверкой. Так же, как и с кабиной. И что мы видим? Его масса всего лишь 469 тысяч. 132 мегаватта энергии. И этой энергии ему выше крыши хватает на все. 30 ускорителей, 4 гироскопа, и он просто классный. Ну что ж, полетели дальше. К нашей базе. Вид из кабины тут, конечно, немножко неудачный. Если использовать данную рубку. Ракетное вооружение. Пиу-пиу-пиу. Ух. Классно. Только вот как вот его... Есть вот... На кнопочку 7 мы сразу же курсовые прибавляем вот эти вот. У нас задние водороднички нас толкают, то есть все время кнопочку не надо жать. Что тут еще? Камера? Смотрите, какая база. У-у-у-у. Какие же
печальные лод-объекты. Ну ладно, это деф-версия. И что у нас еще? А больше у нас ничего нету. У нас есть баг со вспышками. И поехали смотреть нашу базу. У базы есть вход для коннектора, но этот корабль туда не лезет. В неудачном дубле, к сожалению, я в этом уже удостоверился. Вот такая вот база. И сейчас мы к ней спустимся. Текс. Ну-ка. Далеко, что ли? Вот не запарковать его, к сожалению. Никак. Ладно, пусть висит, он нам не мешает, в принципе. Ой, простите, еще не проснулся. Но воскресное вас без видео нельзя оставлять. Смотрите, какой сделанный завод. Обалдеть. Столько непроварок, вот вам неиспользование нанитных блоков. Обратите внимание, как клево смотрятся у нас блоки двери непроваренные. И сейчас мы найдем адекватный вход. Вот здесь вы на колесной технике, которая намертво не работает. Здесь вы заезжаете. В группе ВКонтакте у меня пару картиночек есть. Те, кто не верит, что у нас колеса адекватно работают. Там у меня в группе ВКонтакте вот прям специально пару картиночек оставил. Это с форума, с официального. В общем, заезжайте сюда. Ставите на коннектор выбрасывать все. Или роняйте там из вас, там, что-нибудь из вас там. Пластины выпали, оп. И он сразу хит. И съел. Вот. Вот такой вот у нас. Вот такая вот у нас база обалденная. Называется она. Ну-ка, назовись как-нибудь. Где у тебя тут антенна? Называется она AVTech Hydrogen Refinery 100% Vanilla Blueprint. И это, правда, 100% Vanilla Blueprint. И по ней можно гулять и открывать для себя кучу всего нового. Сейчас мы вот это вот недоразумение уберем. Тени немножко, сами понимаете. Об этом даже говорить не стоит. И везде здесь можно забежать. Вот обалденная водородная ферма, если можно так сказать. Переработчик водорода. Водородный завод. Вот, даже так. И тут мы выгрузились. А, вот же было название, а я полетел. Так, это опасная зона. Также все это сделано с подсветочкой, все это сделано обалденно. И вот давайте потихонечку по ней гулять. Выше 30 кадров меня очень радует. Плюс посадочная для малых кораблей. Очень интересная форма основного центра управления. Так, Power Station, Intake Station, Control Center, Ice Storage. Ладно, сейчас меня, конечно же, обругайте за мой английский, но простите, пожалуйста. У меня произношение не завезли. Так, хранитель льда. Эк, как он мне чпонькает. И вот здесь вот у нас хранится лед. Нет, здесь у нас мои пластины, которые я выразил, хранятся. Вот смотрите, обратите внимание, как интересно сделана труба. Вот, вот воистину, вот как настоящий трубопровод. Это все у нас, естественно же, блоки будут колес непроваренных. И тут такой вот еще коннектор. Маленькие глупые турелечки анти. Волковые, но волки выключены, сами понимаете почему. Поехали дальше изучать. Нет, ну база просто. Особенно с этими непроваренными трастерами, которые горят расстрелянными. Что они загорелись. И тут вот у нас что-то тоже какие-то ведра. Эти ведра, это, наверное, новые теперь прожекторы. Новый дизайн прожекторов. Огромное обилие использования круглых блоков. И очень обалденный цвет. Сейчас мы сходим с вами в контроль-центр. И что-то шумит как-то вот. Какие-то звуки, вот именно такие, завода. Так, заходим в контроль-центр. Слышим, таймер блоки пикует. Показывает нам все LCD-скрипты работающие. Показывает, сколько у нас чего тут есть. Обратите внимание на данный цвет. Интересный малиновый цвет. И тем, кто его хочет, я, естественно, покажу, что это за цвет. Сейчас мы его возьмем. Оп,
Нет, промазал. Как бы тебя взять-то? Нет, опять промазал. Да блинская игра. Игра. Снаружи мы его возьмем вот отсюда. Вот. В противном случае мы так будем тыкаться очень долго. Так же, как это и есть бакс с покраской. И данный цвет, вот так вот он выглядит. 00-35. Такой приятный малиновый оттенок получается. Ладно, суть не в этом. Убираем и исследуем данную базу дальше. Не, классно, классно сделано. Даже на потолке, обратите внимание, как хорошо сделано. Вот очень интересная форма, и даже вот матюкальник стоит сверху. Тут непроваренные кнопочки, которые тоже добавляют своего шарма. Притом это все на таймер-блоке. Ладненько, хорошо. Особенно со стороны хорошо. Со стороны вообще волшебно. Вот эту вот идею с лазерной антенной сверху и вот такой формой я, наверное, кое-куда себе в реалистичную катаклизму украду. Классно, как трубы сделаны. Блин, молодец, молодец. Вот. Столько надо было продумывать это, что проварить, что не проварить. Везде мы здесь можем побегать. Обалденно. Так, там были. Тут у нас выгрузная станция и Power Station. Икс, тут у нас что? Тут у нас как раз второй выход. Плюс адекватный спуск вниз. Все ванильчика, все хорошо. Прям бегаешь и радуешься. И особенно вот это вот интересное освещение. Сейчас мы свет попозже потушим и посмотрим, как по этому заводу ночью побегать. Вау. А классно сделана лампочка-то на этом, на реакторе. Вы смотрите, что. Красота. Карго-контейнер. Ну, на кнопочках тут ничего, в принципе... Ой, интересного нету. Тут все, везде коннекторы, 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 коннекторы. И более... Ой-ой-ой. А, это я яйцами, наверное, зацепился за конвейер. Ну, возможно. Молодец. Так, ну что же, у нас там скоро вечереть будет. Смотрите, как баллоны сделаны. Просто обыкновенные круглые блоки. Делается вот такой вот баллон. Даже электроэнергию можем вырабатывать. Молодец. Вот именно такое вот ощущение именно завода. Настоящего завода. И ночью он еще класснее начал смотреться. Оказывается, здесь бегущие огни приземления. Смотрите. Прям именно самый настоящий завод. Обалдеть. И вот это вот освещение на лампочках, на обычных лампочках, иногда, конечно, с этими, с квадратными лампами, но... Можно гулять и гулять. Забирайте себе, однозначно изучайте. Очень много всяких дизайнерских фокусов отсюда можно забрать смело, чтобы использовать в своих проектах. Новые у нас деф-версии, как вы видите. Улучшалочки. Тут они в декоративных целях используются. И вот романтика вот этого освещения. Сейчас я посмотрю по-любому, что там. Что тут у нас с лампочкой? Чё, какой цвет на ней стоит? Потому что мне данный цвет очень сильно понравился. Так, это красное, это красное, это красное. Дайте мне какую-нибудь беленькую. Вот, наверное, это все-таки вот это вот. Да, в основном это вот это. 255, 100 и 0. Получается вот такая вот лампочка интересная. С интересным вот таким свечением. Ай-яй-яй, это опять красное, да? В общем, из чего данный завод состоит? Ну, как вы понимаете, он будет весь непроваренный. Но, в принципе, обалденный. Даже несколько реакторов, 6 штучек. Саунд-блоки, текст-панели. Вот такой вот заводик.
Вот с таким печеньем ванильным космосом. Надо было сменить, блин. Ну ладно, не суть важно. Мы смотрим с вами не космос. Супер. Просто супер, ребята. Все это, конечно, большинство всего этого декоративную функцию несет, но это очень красиво. На мой взгляд, просто волшебно. Если тут по каждому этому трапу бегать, это можно бегать часа два. И зайдем в ЦУП, посмотрим, как все-таки там освещение будет. Так, как тебя зайти? Я же космонавт, я же летать умею. О, да тут как днем. Очень даже приятно. И очень радует FPS. Ребятушки, меньше 30 кадров нету. Несмотря на столько непроварок, неужто и правда. Завезли нам. Ай, зачем выполнить? Так, это у нас овертайм. Да, это LCD скрипт. Обыкновенный совершенно LCD скрипт. Который вот отображает вам вот это вот все удовольствие. Ну что, я очень доволен данными проектами. Ну и в особенности корабликом и обалденно сделанными трубами. Просто классно сделанными трубами. Прям видно, что излишки у нас водорода сжигаются. Вот она романтика. Романтика фантазий спейс-инженеров. Молодец. Однозначно молодец. Так. Вот смотрится каждая вот эта труба. Я в восторге. Ну а что же, мы с вами садимся в наш корабль, который, к сожалению, не лезет в те посадочные места, уже проверено. И улетаем в закат. Ну, ребятушки, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Будет еще очень много всего интересного. Новости, обновления, реалистичные катаклизмы, 7 Days... Осирис и тому подобное. О всех багах, лагах сообщаю сразу же. Заглядывайте в мою группу ВКонтакте. Отключайте ваши отблоки, если вам не сложно. Этим вы очень сильно помогаете мне развивать мой канал. Ну и, естественно, ставьте ваши оценочки. Не, классно, она даже с большого расстояния и то смотрится. Обалденно. Ну, а с вами был Даев. Всем приятной игры, всем до новых встреч. Всем побольше FPS-а, поменьше лагов, багов. Всем пока-пока. И лайк вам за просмотр.